Более 500 спортсменов из 26 регионов страны собрались на велотреке в Омске. Правда, соревновались они не в умении быстро ездить на велосипеде, а в умении бить руками и ногами. По той простой причине, что они кикбоксеры, и их задача – разыграть награды чемпионата и первенства России. Это отборный чемпионат мира, который пройдет в Бразилии в 2017 году, в Рио-де-Жанейро, и первенство мира, которое пройдет в Македонии, в городе Скопье. Крупные спортивные ставки, международные перспективы сделали поединки бескомпромиссными. Участники не жалели ни себя, ни соперников. Хотя это и один из самых щадящих разделов кикбоксинга – лайт-контакт. То есть удары не в полную силу, а лишь легкое касание. Это все-таки чемпионат России, здесь слабых бойцов нету. Все бои довольно-таки тяжелые, приходилось настраиваться на бои. Ну и самый основной был бой, это в финале, заслуженным мастером спорта. Ульяновец Игорь Копылов стал одним из героев чемпионата. Впервые в своей карьере он выступал в весовой категории до 84 килограммов, заменив в ней чемпиона России трехлетней давности ульяновца Сергея Жукова. Пока сибирян не было в этом весе, бал в нем правил Денис Марцкевич из Красноярска. Но пришедший в эту категорию Копылов вернул золотую медаль в Ульяновскую область. Его примеру последовала и Ксения Евплова, завоевавшая золото в своей весовой категории. В неофициальном командном зачете ульяновская сборная на втором месте. Есть, конечно, досадные поражения, есть где-то ошибки судейские, но в целом хочу сказать, что мы прогрессируем с каждым годом. Смотрим на наше подрастающее поколение, на юных спортсменов. В принципе, все остались довольны. Серебро в командном зачете региональной команде обеспечили юноши и девушки, завоевавшие еще 4 награды высшей пробы. Среди победителей Евгений Приказчиков, Владислава Кокрякова, Кирилл Михайлов и Максим Коптев. Я больше предпочитаю работать вторым номером, то есть больше вести контратаку. И, ну, бывают, конечно, моменты, когда приходится самому атаковать, без этого никуда. По итогам чемпионата еще 8 ульяновцев стали призерами соревнований. Серебряных и бронзовых наград у них поровну, по 4. Многие из них вошли в состав национальной команды и будут готовиться к международным стартам. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.